Итак, внимание, вопрос. Какой женский головной убор напоминает верхняя часть тюменских наличников? Тех самых знаменитых деревянных тюменских наличников. Вариант А – кокошник, вариант Б – косынка. Время пошло. Ну, наверное, ближе всего к кокошнику. Вы говорите, ближе всего кокошник, и это вариант ответа А. Я открываю и поздравляю вас, Сергей, вы совершенно правильно ответили.